От этих людей зависит будущее наших детей, а значит и страны. Каждый учитель вкладывает в подрастающее поколение знания и формирует личность. В канун Дня Учителя в адрес творческих и неравнодушных представителей сочинского образования слова благодарности звучат от учеников, родителей, коллег и представителей власти. На курорте вопросу образования уделяется большое внимание. За последнее время в Сочи построены 7 учреждений образования, как пример, школа в Верхней Беранде. Активно ведутся работы в новом корпусе 100-й школы в Веселом. В следующем году начнется долгожданное строительство школы на Мамайке. В планах, помимо этого, возведение еще 13. И чтобы в эту профессию приходило как можно больше ответственных и небезразличных специалистов, администрация города делает все возможное для создания комфортных условий. Мы будем продолжать строительство новых школ, улучшать материально-техническую базу наших образовательных учреждений, привлекать в город лучших специалистов и обеспечивать их жильем. Каждый год мы в обязательном порядке будем решать вопросы, чтобы наши учителя получали служебное жилье. В этом году 15 в Адлерском районе, на следующий год 20 квартир в Лазаревском районе. В целом за последние 5 лет сочинские педагоги получили 156 служебных квартир. В этом году отрасли образования муниципалитет выделяет еще 20. Сегодня же состоялось чествование 192 работников отрасли образования и культуры. Это учителя, воспитатели, руководители, педагоги музыкальных, художественных, спортивных школ и школ искусств. Они получили правительственные и краевые награды, благодарственные письма, премии главы города, а также знаки почета и уважения сочинцев и за заслуги перед городом. У нас в городе 70 общеобразовательных учреждений. В них работают почти 3000 педагогов. Мы гордимся, что половина из них – это учителя высшей, первой квалификационной категории, награжденные заслуженно наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, Краснодарского края. Свои учителя-герои есть в каждой школе. Немало их и в 15-й гимназии. Педагогический статус учителя высшей категории, призера различных конкурсов в сфере образования Лилии Григорьевны Вовенко почти 60 лет. Учителем географии она работает с момента основания 15-й гимназии, сентября 1980 года. Я почему-то не могу уйти из школы. Я каждый раз собираюсь, когда наступает 1 сентября, я снова мчусь в школу, потому что знаю, что, наверное, я здесь еще нужна. Потому что сегодня новая школа. Эта новая школа требует новых идей. Имея богатейший опыт, я, наверное, могу передать и молодым учителям. Свой жизненный опыт и, конечно же, знания Лилия Григорьевна передает и своим ученикам. Она классный руководитель 5 А-класса. С сегодняшнего дня они по праву носят звание гимназистов, а посвящение их в этот статус прошло в необычной форме. Дворик у школы превратился в бальный зал. Торжественный полонез открыли ученики 5 и 11 классов и, конечно же, педагоги. Посвящение в гимназисты в разной форме проходило с момента основания школы. Эту традицию заложил первый директор 15-й гимназии Николай Белоусов. Но гимназический бал состоялся впервые. Было сшито 200 платьев Наташи Ростовой. Был разучен минуэт, был разучен гавот. И все это было в рекордно короткие сроки, в течение 1 месяца. И сегодня мы четко понимаем, те ученики, которые пришли из начальной школы, это настоящие гимназисты, это дети, которые умеют учиться. Это дети, которые любят свою родину. Это дети, которые любят свою школу. Учениками и педагогическим составом гимназии Сочи может гордиться. Школа стала инновационной площадкой федерального уровня, показывает отличные результаты по ЕГЭ и активно участвует в городских мероприятиях. А праздники и множественные фестивали здесь проходят красочно и необычно. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.